Девчонки, привет еще раз. Начнем. Самое мое первое видео я хочу посвятить, в общем-то, четырем изделиям. Это будет комплект из кольца и серег русского производителя «Красная Пресня». Это будет кольцо израильского производителя «Завод Шаблюль». И это будет, в общем-то, кулон, который я купила в Америке, американского производителя. Но все его оформление это сделано мной. И вы увидите, что я имею в виду. Начнем все-таки с комплекта. Вот такой замечательный комплект посчастливилось мне купить. Русского завода, российского завода «Красная Пресня». Изумительная работа. У меня есть много украшений, которые я приобрела у них. Это качество потрясающее, красота, все с фианитами. Я думаю, что это ткань филигрань, которая присуща, если не ошибаюсь, именно русскому ювелирному делу. Замки вот такие вот. Серьги тяжеловатые, но день проходить можно. Очень-очень впечатляют на ушах. Серебро оксидировано, то есть оно уже искусственным образом химически очернено. И поэтому, в общем-то, можно не переживать, что серебро потемнеет. Дальше. Вот к нему идет колечко. Ногти у меня всегда короткие. Это то, что присуще пианистам. Моя мечта – длинный маникюр, но, вероятно, не в этой жизни. Вот, смотрите, какое колечко. Оно, в общем-то, копия серьги. Обратите внимание, как это сделано. Комплект. Легкое, удобное, изумительное кольцо. Кто захочет приобрести такой комплект – наверняка сможет найти его в ювелирных магазинах России. Если кто-то захочет купить его вне пределов России, я думаю, что это можно сделать через меня. Напишите мне в комментариях. Итак, вот такая красота. Дальше будет израильское кольцо. Вот оно. Это кольцо с опалом. Опал, к сожалению, искусственный. Может, это и к лучшему, поскольку кольцо играет и сверкает. Посмотрите, оно очень интересно сделано. С одной стороны, здесь такая двойная петелька, а с другой стороны, одинарная. В общем-то, оно асимметрично. Вот внутри написано «Израиль» и «Проба». Они иногда пишут «Израиль», иногда пишут «Шаблюль». «Шаблюль» на иврите – это улитка. И у них такой значок закрученный по спиральке. Кольцо, так называемое текстурное израильское серебро, очень мне нравится. У меня есть с таким же камнем тоже этот же завод, серьги и кулон, уже, наверное, лет 15, и ничего ему не становится. Качество потрясающее. Вот такое колечко. Его можно приобрести в магазинах Израиля, разумеется. Если кто-то, кто не живет в нашей стране и хочет купить такое колечко, обратитесь ко мне, я смогу вам его купить. Итак, дальше это кулон, который я купила у американского продавца. Смотрите, сделано ли это изделие в Америке, я вам не могу сказать, но я получила его из Америки. Очень хороший продавец, я очень много у него покупаю. Кулон с лабрадором. Видите, какая изумительная иризация. Потрясающая. В России его еще называют черный лунный камень. Я не уверена, что есть какая-то связь между этими двумя минералами, но тем не менее. В принципе, правильное название не лабрадор, а лабрадорит все-таки. Лабрадорит.
Здесь две жемчужинки, как вы видите, искусственно выращенные. А моя часть заключается в том, что я сделала, в общем-то, вот всю эту часть, на которой, собственно, висит кулон. Вот, посмотрите, это работа с бисером японским, очень качественным. Тут есть тоже вставки жемчужные. Вот, и такой серебряный замочек. Это тоже можно приобрести, но не в магазинах страны, а у меня, поскольку такого второго уже нету. Вот примерно такая вещь. Сейчас я остановлю камеру и попробую его померить у себя на шее, чтобы мы посмотрели, какая длина. Девчонки, вот так это выглядит. Я, конечно, не модель, но, как говорится, что есть. Привет! Вот длина этого кулона. Вот примерно так это смотрится. Большое спасибо вам за просмотр, за ваше драгоценное время, которое вы на меня потратили. Подписывайтесь на мой канал, если хотите посмотреть мои сокровища, буду вам выставлять. И ставьте пальчик вверх. Большое спасибо. Всего хорошего. До новых встреч.